сейчас едем вдоль очереди. Харьков вилаятының Рус əhalisi Rusiyanın Belqrad vilayətinə üz tutub. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Artıq bir neçə gündür sərhəddə avtomobillərin uzun növbəsi yaranıb. Rusiyaya qaçmaq istəyənlər yemək və içməli su problemi ilə üzləşdiyini deyir. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun əks hücumu nəticəsində düşmən Harkov vilayətində sürətlə geri çəkilir. Сейчас едем вдоль очереди, чтобы вы понимали. То есть мы уже, наверное, метров 600, может, километр даже отъехали от самого пункта. И вот это вот все люди, которые стоят. То есть стоят уже несколько суток. Воды нет, продукты заканчиваются, пропадают. Ситуация очень напряженная, очень тяжелая. Мы сегодня привезли из расчета на 1000 человек, и у нас уже это все закончилось. Так что и конца, и края не видно.